Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня продолжаем с вами трэш. Продолжаем проходить локации. Пройдем сегодня, постараемся пару волн и начать проходить восьмые кошмарки. Здесь зафармлены уже у Александра 7-10. Ну, остальные он, я так понял, ну, их бессмысленно. То есть чисто на зачет. Фармить все подряд. В общем, у нас цель пройти, продвинуться дальше. В прошлый раз мы зафармили пару волн АЦ, АД, точнее АД, АЕ, АФ. Мы остановились АЦ, АД, АЕ. Теперь у нас волна АФ, АДЖ, АH. Поехали, попробуем. Ничего не менять, как видите, у него здания, башни тут не прокачаны. Мы попробуем таким составом фармануть. У нас герои, я показывал, воодушевление на них стоит, на некоторых. Сейчас я вам еще раз покажу. Так, F3. F4, но у нас остались только таблетки. И я бегаю без тыковки. То есть я тыкву не беру, я просто прохожу. Без всякого разгона. Отлично. Еще плюс одна волна, ребят. Вот такие вот сборки героев. То есть мы проходим волны пока без слива, без проблем. Так, волна Аджей. Тут будет уже поинтересней. То есть я использую Афинку для заряда героев. Также я использую автопрокера, это у нас Анубис. Плюс хранитель, который заряжает тоже всех. Ну, естественно, на максимальный урон у нас стоит тут Огник и Лазуля, которая дамажит уже непосредственно вблизи. Так, ну что, тут, наверное, первый у нас слив. Сейчас посмотрим, как зайдут. Мне пока удачно. АДЖ4. Ну, просто налегке АДЖ5. Так, не подпускать его. Так, есть. Пройдено. Третья волна АH. То есть, как видите, тут особо расставлять расту, ну, если у вас хорошее воодушевление игрой, особо расстановка расты не нужна. Я у себя проходил на своих аккаунтах точно так же. Имея определенный герой, определенные таланты, можно обойтись без этого. Но не всегда, видите, вот тут у нас Фрэнки. Так, у нас осталось пару таблеток и две волны. Вот так вот, ушатали. Поехали еще разок заходик. Надо поближе поставить здание. Он Ронин бегает. Так, H1 прошли. Тут вообще удачно зашли. H2. Так, третью прошли. Сейчас, если удачно зайдут на четвертую, видите, малышник. Сейчас опять, наверное, добьют. Не хватает зданий, то есть тут уже чисто по зданиям отлично. Так, не подпускайте его. Ебой! На изи плюс 3 волны, ребят. Осталось у нас АИ и АДЖ. Я сам у себя даже АДЖ еще не проходил. Давайте хотя бы попробуем АИ пройти. Тут с такими постройками, конечно, сложновато. Тут уже надо подвигать юнитов. Попробуем.
Видите, малышник просто убивает все. Вот сейчас еще один заход и все. То есть один хлопок следующий. Тут без вариантов уже. Хорошо, три прошли. Попробуем потом попозже еще. Потому что надо будет некоторые постройки довести до ума. То есть расстановочку немножко уже изменим, чтобы юниты были в центре и у себя так проходил эту волну. Но результат, я считаю, более чем отличный. Осталось у нас пройти всего лишь две волны. Так, окей, поехали теперь на подземочки. Самое интересное, это у нас 8-1 начало, скажем так. Давайте сейчас героя подумаем, каких мы будем брать. У него тут, конечно, выбор небольшой по героям. И они не прокачанные большинство. Поэтому у нас тут особо трэша даже не получится. Не знаю, попробуем. Сейчас посмотрим, докуда сможем проходить. Так, Хрон. Огник, Ворожей. Лазуля. Тут бессмысленно этих героев вообще брать. Так, Анубис. Я не знаю, что Анубис сможет сделать. Давайте попробуем просто такой вариант. А жил у нас нету. Печально. Так, и тыковку нам надо поставить. Ворожей, я даже не знаю, бессмысленно его сюда брать. Лазуля, Махатма. Нету, видите, ударников нету, таких как нам надо. Давайте вместо Анубиса попробуем тыковку. Сейчас просто тестовый заходик сделаем. Надо будет потом разобраться с героями. Так, магия у нас есть. Юнита у нас нет. Вот тут вот железная воля лучше всего. Почему? Сейчас расскажу. И проклятый доспех. Потому что тут у нас куча асур, на которых сейчас просто герои, вы сейчас сами все видите, посливаются. То есть тут не важно, какие у вас прокачки. У вас просто заберут энергию. 3% это максимум, что мы набили. У вас заберут энергию. Тут есть душегубы, есть отражалки на асурах, в которых герои убиваются сразу же, причем моментально. Ну и соответственно надо сюда под эту локацию подбирать новые таланты и новое все. Так, окей. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть по проклятым доспехам. Ну, судя по тому, что я помню, тут печально. Тут будем мучиться. Так, тут нету ничего, и нам придется качать хороших ударников. Ну, нету Минотавра. Здесь бы, конечно, Минотаврик зашел на ура. Видите, тут надо проклятые доспехи. Давайте попробуем сейчас паролить еще таланты. Потому что очень много отражалки. И проклятый доспех плюс железная воля. Вот это самый идеальный вариант будет. В данном случае. Так, что я полез сюда? И я буду уже думать. А, у нас тут стоит талант уже. Так, хорошо, надо сейчас подумать, кому его поставить. Из таких героев, кому нужен дамаг, у нас уже один есть вот тут, и один есть уже на Фрейе. Кстати, тоже можно качнуть на максималку. И заодно сейчас докачаем. Так, тыковка девятка. У нас таких героев, кому дамаг неплохо, в принципе, зайдет. Можно поставить и сюда. Попробовать. Но, правда, здесь дефа будет мало. Здесь и деф нужен.
То, что она себя будет хилить, это одно, а вот деф тоже надо. Блин, 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 блин. А, кстати, давайте попробуем на Анубисе. На Анубисе, как вариант урона плюс отхил на PvP локациях, я думаю, ему очень неплохо зайдет. Девятку я пока качать не буду, потому что нам надо куда-то приструнить этот талант. Так, и нам надо Атланта будет качнуть для новой локации. Чтобы посливать всех. Не, для новой локации, для восьмой кошмарки там будет использоваться у нас Атлант. Так, Ремка. Что у нас тут есть? Так, так, поставим пока. Ну, просвет бессмысленно, к них хватает, чтобы всех прокачать. Так, ожива пока не нужна нам. Ожог нет. Нам нужен проклятый доспех. Его у нас, к сожалению, маловато. Либо талантом, либо эмблемой. Так, а ну что у нас на складе вообще делается по талантам? Да, видите, талантов тут пока не особо много. Так, а ну и мне интересно еще посмотреть, мы так и не смотрели на чары. Что у нас делается, то я бегаю, а чары не смотрел по героям. Угу, о, тут есть над чем поработать тоже. В общем, будем еще и чары разгребать на этом аккаунте. Так, окей, поехали. Попробуем. Давайте до какого-то имбового и потом уже будем. Я постараюсь их понароливать, чтобы не затягивать. Как повезет, сейчас посмотрим, как падает. Но уже три топовых таланта выбили, вытащили новых. Так, Flame Guard пока у нас некому ставить. Надо будет еще допов рассмотреть. Пересмотреть. Так, стойкость. Неплохо, неплохо падают таланты уже. По сравнению с тем, кто помнит там год назад, что у нас было. Это просто была жесть. Ремку там вытащить нереально. Воу, 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 ничего себе, даже СО вытащили. Давайте закинем сюда СО. Сразу качну максималку. Кстати, я так и не гляну, что там у нас по камням после открытия получилось. Ну, нормально, немножко выбили. В общем, ладно, ребят, пишите комменты, что делаем дальше. Но дальше нам надо, у нас цель пройти кошмарки восьмые надо пройти. И у нас Минотавра нет. Будем теми героями, которые у нас есть, пробовать проходить. Кого качать, кого использовать будем на кошмарке восьмой. И нам надо еще волну пройти, и плюс надо еще, о, ничего себе, пакт. Он уже не такой актуален, каким был раньше. В общем, много трешечка нас ожидает. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.